Заводское шоссе связывает промышленный центр Самары со въездами в город. Улицы больше полувека, и за все время здесь ни разу не было серьезного ремонта. Теперь требуется реконструкция. Она стартует уже в этом году. Сначала будут приводить в порядок первую очередь протяженностью чуть более 1,5 километра от Авроры до 22-го партсъезда. Согласно проекту, здесь соорудят ливневую канализацию, установят бордюр, посадят газон, оборудуют уличное освещение, пешеходную зону. Прямо под дорогой и вдоль нее проходят инженерные коммуникации. Их переместят подальше от проезжей части. Их вынос будет осуществляться по возможности по газонам будущим этой дороги. В случае, где укладка труб невозможна, так как газон будет отсутствовать из-за близкого примыкания заборов существующих промышленных предприятий, эти инженерные коммуникации будут переноситься под тротуары, чтобы впоследствии при возникновении каких-то аварийных ситуаций не вскрывалось и не портилось дорожное полотно. На реконструкцию в первую очередь заводского шоссе из городского и областного бюджетов выделят почти 200 миллионов рублей. По этой дороге ездит в основном грузовой транспорт, поэтому делать ее будут так, чтобы асфальт выдержал многотонные машины. На каждом этапе тщательный контроль. Первое – это лабораторный контроль. Осуществлять именно проверку качества песчаной смеси, качества того щебня, который будет использоваться. Вторая форма контроля, которая будет осуществляться на данном проекте, непосредственно нашими сотрудниками, будем проверять, насколько качественно и в соответствии с проектом будут выполняться такие работы, как определение необходимого угла уклона самого дорожного покрытия, это высота дождеприемников от уровня асфальтового покрытия. Новое покрытие прослужит минимум 10 лет. Периодически обновлять нужно будет лишь верхний слой. После реконструкции увеличится пропускная способность улицы. Гарантия на обновленное заводское шоссе составит 5 лет. Привести в порядок этот участок от улицы Аврора до 22-го партсъезда планируют уже в следующем году. Завершить полную реконструкцию заводского шоссе рассчитывают к чемпионату мира. Улица станет в 2 раза шире, в каждую сторону будет по 2 полосы движения. Также в дальнейшем здесь планируют запустить общественный транспорт, который поможет добираться до работы тысячам людей. Алина Чемберис, Константин Головин, «События».